Все, пошли нас. Да зачем он вам нужен? Дайте только отпиться. Орхидея, Шинах, Кентинер, Палачдану. Да я быстро напишу. Откатится все. Чек на пул. Я что, трэш собираю, да? А что, где его собирать, в центре? Да, в центре дракончиков маленьких, я больших подержу. Ага, хорошо. Thank you.
На второй фазе Геру давать или нет? Да, давай, сейчас. Ну, сейчас люди до центра сбегут. Дракончиков маленьких ловьешьте тогда, когда все на протопало прибегут. Больших милики возле звезды будете бить. Вот так все собрались, сразу ловьешьте. Большой милик. На Никсию смотрите, когда там дыхание. Убегайте с центра. Поменяй местами двух шаманов. А, нет, стоп, это не шаман упал, сори. Дай антифир близко. Можно 2 минуты слаг, но кофе залью, пока люди будут отмейк. Сейчас будет тык, с другого пресса соберу. Это на этом КД. А я понимаю так, что в десятках обычный ролл, да? Да, необходимости нет. Ну да, по роллу. А, ну... Лива, да? Да. Просто то, что я на Энхе, а хочу рестах шамана собирать, я поэтому спрашиваю. Смотри, давай я объясню, что такое ЕПГП в целом. Смотри, до шмота до 264, то есть Трини и Т4, все идет по роллу. Ты ролишь, как посчитаешь нужным. Это не через флеш ролл идет.
То есть здесь все пылится, кому что нужно, те и нидят. А шмот, который идет Т4 и Трини, они идут по ЕПГП. И 64-й шмот плюс тоже идет по ЕПГП. Теперь смотри, если ты хочешь по ЕПГП ролить на неважно кого, то есть неважно кем идешь, если ты идешь тем же спеком, на который ты ролишь, ты не пишешь ничего. Если ты идешь любым другим спеком и ролишь на другой спек, то есть неважно какой у тебя первый, какой у тебя второй, абсолютно неважно, ты пишешь, что ты ролишь на вот этого. В этой ситуации вот этот спек у тебя считается основным спеком, а второй спек считается офф-спеком. Все. Больше других правил никаких не существует. Все, я понял, спасибо.